Привет, друзья! Я очень рада вас приветствовать на моем канале. В последнее время я использую термобегуди, потому что они более щадящие для волос, чем плойка. Они используются на чистые и сухие волосы. Я отделяю прядь расческой, ширина пряди должна быть примерно такая же, как ширина бегуди. Хорошо расчесываю ее. Можно чуть-чуть сбрызнуть прядь лаком, так она будет лучше держаться. Если у вас редкие или тонкие волосы, берите тоньше прядь, так она будет объемная и волосы будут визуально гуще. Если вы хотите получить мягкие волны, я рекомендую вам брать диаметр бегуди побольше. Если вы хотите роскошные пряди, берите поменьше. Держим бегуди 15-20 минут, после этого распускаем их и фиксируем невидимкой. Так локоны полностью остынут и будут лучше держаться. Зафиксируйте все хорошо лаком на расстоянии примерно 20 см от волос. Снимаем все невидимки и наслаждаемся своими кудряшками. Спасибо большое за просмотр, друзья. Я надеюсь, мое видео вам понравилось и было интересным. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте, ставьте лайки. До скорых встреч. Пока-пока.